она привыкла жить одна. И мир ни с кем свой не делила. Она решала все сама. И придавала это силы. Шагала смело по делам, и утром, рано выпив кофе, она решала все сама, сильнее становясь в итоге. И с миром в целом совладав, и вечером, придя с работы, она решала все сама, крутясь по жизни до субботы. И люди верили в нее, и говорили: будь сильнее, ты молодец, бери свое, будь краше, лучше и смелее. И не хотелось им понять, что в суете людского мира ее ведь нужно лишь обнять, чтобы на все хватало сил.